Без праздников и выходных работали не только в первые дни года и в Рождество, но и по ночам. О том, как прошли новогодние каникулы, сегодня журналистам поведали спасатели и сотрудники коммунальных служб Ульяновска. Алло, здравствуйте. Компенсатор слушает вас. Диспетчер Гришина. Адрес какой? 9 января. Сегодня звонков в городской контакт-центр и службу 05 поступает в разы меньше. 1 января, говорят диспетчеры, телефоны разрываются всегда, причем далеко не каждый раз по делу. Продолжающие отмечать праздники задают сотни вопросов не по адресу. Обращения же всего за 8 праздничных дней по Ульяновску насчитали 34 штуки. Среди них уборка города, ремонт канализации, отопительных сетей и подача горячей и холодной воды. Значит, операторы работают в круглосуточном режиме у нас. У нас есть дежурный инженер, здесь есть машина, и мы можем в любое время суток проехать по тому адресу, по которому есть какая-то негативная информация. Значит, за период праздников, значит, у нас все управляющие компании, все ресурсно-снабжающие компании у нас дежурили, были дежурные люди, поэтому все практически предприятия, которые обеспечивают город и теплом, и водой, значит, и электроэнергии, все работали в режиме дежурном. Первые итоги работы подводят и другие ведомства. Спасатели подсчитывают количество выездов и сохраненных жизней. Есть среди чрезвычайных происшествий января и печальные. С 31 декабря по 8 января 2017 года на территории Ульяновской области произошло 29 пожаров. За аналогичный период прошлого года 40 пожаров. При этом погибло в этом году у нас 6 человек, за аналогичный период прошлого года 1 человек. Все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Крепкие морозы заставили многих сильнее топить в домах. Так, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и электроприборов. Тем временем за окнами снова обещают потепление. Ветер слабый, западный, северо-западный. Максимальные температуры от 15 до 20 градусов мороза. По югу области от 9 до 14. Ожидается дальнейшее ослабление морозов. Облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный слабый. Ночью температура опустится до 14-19 градусов мороза. Местами при прояснениях до минус 23. Днем от минус 8 до минус 13 градусов. Так сильные морозы на территории региона снова не задерживаются. Правда, сотрудники МЧС в Рождество, помимо основной работы, людей все-таки решили обогреть. На площади Ленина весь день проработала полевая кухня. Без горячего чая и гречневой каши не остался ни один желающий. Больше 700 человек ушли с главной елки губернии накормленными. Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.